Здравствуйте, товарищи рыболовы. В сегодняшнем видеообзоре хочу рассказать немного об одной замечательной приманке под названием Калибра. Модификация Fine. Многие знакомы уже с продукцией ZigBaits, если даже не имеют, но в любом случае слышали о такой замечательной японской компании, которая славится выпуском огромного количества уловистых дорогих приманок высокого качества. И также не исключением является этот небольшой ратлин. В семействе калибра имеются различные вариации размеров. Это 50 мм, 60 и 70. Это самая младшая. То есть это 50-мм версия. Длина ее составляет, как я сказал, уже 50 мм. Весит всего лишь 7 грамм, относительно легкий. Форма тела классическая, присущая для ратлинов в том или ином смысле. Довольно-таки высокодетализированно, имеются крупные ярко выраженные глаза, детально проработанные жаберные крышки. И тело имеет такие вот своеобразные насечки, имитирующие рыбью чешую. Внешне очень схож с небольшой миниатюрной рыбкой. Оснащен двумя острейшими тройниками. Фурнитура вся, я бы сказал, на высоте. Очень качественный. И в то же время очень уловистый. Давно я мечтал себе приобрести данную приманку, вот приобрел, и после распаковки посылки на следующий день не удержался и на ближайшем водоеме, в шаговой доступности которой есть, решил опробовать ее по окуню. Знаю, что у товарища была такая приманка, и он на нее успешно ловил различных хищников. Так и в моем случае мне очень повезло. Погодка выдалась хорошая, с работы получилось уйти чуть пораньше, и я пробовал данную приманку. За пару часов рыбалки было поймано около десятка неплохих окуней, и также в прилове была небольшая щучка. В силу того, что ловил я с берега, и более интересным местам подобраться не было возможности. Что касается полетных качеств, летит он просто прекрасно. Использовал спиннинг Nordstream Adept с тестовкой 3.12. Данным спиннингом прекрасно данная приманка анимируется. Воблер имеет низкочастотную игру. Низкочастотный звук. Такой глуховатый. И высокочастотную игру, что очень хорошо привлекает хищника, и без сомнения он ее атакует. Что касается проводки, то ратлины проводить можно абсолютно различными вариантами проводок, то есть это вплоть до банальной равномерной, также возможна ступенька, если вы уверены, что дно довольно-таки чистое и минимальное количество зацепов. Поскольку ратлины – это одни из тех приманок, которые цепляются очень хорошо за всякие водные препятствия, особенно коряги. Так что, если будете пользоваться таким типом приманок, если не пользовались, то будьте как можно аккуратнее, если тем более приманки дорогие. Также в плане анимации, на мой взгляд, в моем случае лучше всего подходило это легкие подбросы спиннингом, либо же короткие паузы, то есть такие остановки катушкой, и сразу же начинаешь подматывать. Главное, чтобы игра приманки сбилась. И в этот момент зачастую происходят атаки самого окуня или щуки. Так что всем советую приобрести, у кого данной приманки нет,
и кто любит ловить окуня. Приманка действительно достойная. Ну, цена, конечно, не совсем демократичная, но, честно говоря, приманка своих денег стоит на 100%. Спасибо за внимание. Данный видеообзор подготовлен специально по заказу интернет-магазина F-Magazine.